Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Мы приехали в отель «Санта Куаранта», «Саранта», 5 звезд. Это отель закрытый, закрытая территория, охрана. Сюда не пускают чужаков. Плюс этого отеля в том, что он может размещать и бизнес-клиентов. Здесь есть конференц-зал. Здесь свой пляж. Их 4 пляжные зоны. Все очень красивые, пляжи хорошего качества. У отеля есть свои машины. Они могут организовывать сами трансферы. Ресторан. Значит, сами могут организовывать трансферы. Здесь в отеле из развлечений есть дискотека. Для детей детский бассейн. Здесь, кстати, 2 бассейна. Один из них с морской водой. Это первая береговая линия, естественно. И здесь важный момент. Здесь дают пляжные полотенца. Дают их бесплатно. Виды, конечно, шикарные. Посмотрите. Вот он, пожалуйста. Бассейн, пляж. Пляж галечный. Бар у нас. Вот это пляж апартамент. Да. Видите? Вот дикий пляж для, ну, для жителей. Вот это вот все, каменистое. Угу. Отсюда закрытая территория и начинается Санта Куаранта. Полностью ее территория. Вот. Раз, два, новые, как бы называется, три. И вон та часть, как бы. Все платформенные. Вот о чем мы говорим. Внизу неплатформенная, развлекательная. 4 пляжа. И вот это будет. Она уже достраивается. Пальмы построили. Нет. Вот та, которую вы видите на понтонах, там дальше. Кстати, важный момент, здесь почти не говорят на русском языке. Здесь в основном английский, итальянский. Очень любят итальянцы этот отель. Входим из отеля Санта Куаранта. Номерной фонд нам не показали. Сказали, что номера полностью забиты. Хотела два слова еще сказать, что здесь принимаются к оплате карты все международные. Вот как раз говорят о том, что есть все виды питания, включая all inclusive, что в принципе даже очень здорово, особенно если не хотят выходить никуда в город или может какие-то бизнес-встречи. И важный момент, есть здесь в номерах мини-бар, он за дополнительную оплату. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!